Нет, ну приятно очень, да, конечно. Здесь начинал, вот и на базу тоже там у нас ездил, поэтому очень приятное ощущение развиваться. Много спрашивали про изучение языка, но у нас вот в лиге очень часто легионеров, которые не знают язык, принимают там и их сразу учат матным словам, которые там в дальнейших приколах участвуют. Ага. Вот у тебя было что-то такое? У меня просто кинули свободное плавание и говорят, учи язык, и никто не приводил ничего. Вот. Поэтому приходится там на лету схватывать тоже какие-то слова. Ну, матные там, это самое легкое запомнить. Ну, то есть приколов подойти к тренеру, чтобы не сказать, такой не был? К тренеру? Я что, обратно что-то хочу? Нет, тренеру. Три вопроса.